отношений. Я глубоко убежден, что в нынешней системе отношений проблема и сохранение целостности России, и гармонизации национальных отношений внутри России, и проблема взаимоотношения по всему периметру наших границ, прежде всего со странами бывшего Советского Союза, она быть решена не может. Угу. Почему вот та же Беларусь, например, как черт от ладана бежит от реального союзного государства? А потому что Лукашенко прекрасно понимает, что дальнейшая интеграция двух государств или двух республик, она неизбежно приведет к тому, что все государственные активы Белоруссии будут захвачены российским олигархатом со всеми последующими событиями. Прежде всего, приватизации наиболее лакомых кусков белорусской промышленности. И наоборот, уничтожение всего того, что не приносит прибыль. И в этом смысле Лукашенко можно, конечно, понять. Поэтому, пока не придет осознание, что на путях дальнейшего движения строительства какого-то, как у нас говорят, цивилизованного капитализма там, или классического капитализма, Россия просто обречена, но вот объективно она обречена. Константин Викторович, ну а...